Привет. Привет. Привет-привет, я отлично вышла ненадолго поболтать. Может, у кого-то есть какие-то вопросы? Спасибо. Софика сейчас, я что вышла, Софика на дневном сне. Проснулась я давно вообще, если что. Привет, привет. Такой вопрос, не работаю ли я? Я работаю каждый день, иногда даже ночью. Может быть, кто-то со мной не знаком? Я работаю в сфере фитнеса. Это диетология, это тренировки и так далее. Кроме того, несколько своих проектов есть. Вот так вот. Но я не хожу каждый день на работу с утра до вечера. Кроме того, что я работаю, у меня еще ребенок маленький, с которым я провожу большую часть времени. Жиросжигатель никакой не посоветую, я их не принимаю и не советую. Спасибо огромное, ребят. С чего начать тренировки для новичков? Хороший вопрос. Купил абонемент и стесняюсь ходить в зал. Туда же, в ту же степь вопрос. Значит, начать можно с дома, если стесняетесь ходить в зал. Для начала посмотрите видео. В видео вы хотя бы сможете увидеть правильную технику. Для новичков, сразу скажу, что для новичков подходит очень моя тренировка после родов. Восстановление после родов. Видите, Арина Скоромная в Ютубе. Арина Скоромная. Арина Скоромная после родов. Видите, и тогда вы увидите вот это видео, где про восстановление. Там такая тренировка, которая очень также подходит и для новичков. Вот, по поводу базы и так далее, это не значит, что надо сразу делать упражнения с тяжелыми весами, там, пытаться присесть 100 килограмм и так далее. Нет, конечно. База имеется в виду многосуставные упражнения, типа приседания, отжимания, подтягивания, вот такие вот вещи. В принципе, да, в этом есть свой смысл. Как раз-таки с них, да, и надо начинать. Сначала надо технику наработать. Вот, в зал стесняться ходить не надо. Я была достаточно жирненькая, полненькая, когда первый раз пошла в зал. Ничего страшного, просто не надо обтягивающие лосины одевать. Просто одеть какую-то одежду более свободную. Вот, а технику, ну, вы можете дома, конечно, позаниматься, добиться определенных результатов даже в зале, но все-таки лучше для техники взять несколько уроков у тренера. С Оксаной Самойловой мы постоянно на связи. Совсем недавно разговаривали. И работаем вместе, и общаемся, так что не переживайте. Так, ну на дорожку, конечно, когда вы пришли в зал, надо сначала размяться. Надо разогреться сначала, разогреть свои мышцы. Поэтому на дорожку и ставят. Так. Ну, на некоторые вопросы просто даже не буду отвечать. Они очень странные, со странной постановкой. Час на дорожке нет. Особенно новичку это не норма. Это ненормально. Кто такая Полина Киценко? Расскажите мне, пожалуйста. Тут поступило предложение снять ее в тело время. Наверное, она и пишет. Это смешно.
Так. Нужен ли укачивающий центр для деток новорожденных? Я считаю, что детей вообще нельзя укачивать. Не надо. Вот. Что еще? Кстати, ребят, кому процеллит, интересно? У нас сегодня вышла следующая партия фэтбастеров. Целлюлит. Ну, знаете, да, что у меня фэтбастер Байарина скоромная? Знаете, что это мой комплекс? Сейчас я покажу его. Принести, показать? Да, сейчас я вам сначала улицу снежную покажу и вернусь сейчас. Так, я вернулась. Но у меня тут, правда, уже он использован. Я просто сама им пользуюсь же. И, короче, я его уже зарасходовала весь. Но я вам покажу, как все это выглядит. Так, инструкцию я уже куда-то посеяла. Инструкции нет, зато есть вложение. В общем, комплекс вот в такой штучке. В такой штучке. Значит, вот такой крем. Тут не видно, что ли? Да, вот такой крем. Вот. Но у меня тут уже ничего нет. Пусто. Так, тут, да, вот пусто. И вот такая баночка. Значит, как эта штука работает? Намазываешь этот крем. Он сначала немножко холодит, а потом, когда ты вот этой вот штучкой... Это вакуумный, называется банка для вакуумного массажа. Массажа. Значит, принцип какой? Вы намазали участок своей жирной попки, выпускаете воздух вот отсюда, вот так нажимаете, прислоняете к коже, и как бы всасывает она кожу у вас. При варикозе нельзя. Ну, если у вас там последней стадии, у меня вообще есть варикоз, ну, то есть как бы... скажем так, начальной стадии или предрасположенность, но я все равно делала и нормально, как бы ничего не вылезает там в определенных зонах. Вот, но лучше вы не рискуйте. То есть сначала там к врачу обращаться и так далее. Вот, и при всасывании, значит, вот у меня, и вы должны вот так вот ей водить. Всосали кожу и водите. Ну, не по руке, естественно, а там по попе там и так далее. У меня от банок звездочки появляются. Да, у кого там есть предрасположенность, да, у меня не появляются. Поэтому, если у вас все нормально, должно быть больно, да, это неприятно. Особенно первое время. И как раз-таки вы заметите результат, когда будет становиться все менее больно. То есть вот эти вот фиброзные образования, вот эти жировые ткани, которые у вас, ну, там, затвердели, когда вы их разобьете местным обменом... местным обменом веществ, да, тогда, я имею в виду тканевым, тогда уже не будет так больно, то есть у вас больше разгладится кожа. А если варикоз не делаете, я уже сказала. Так, отлипает от кожи, а вы еще раз делаете. Понятно, долго, не один раз надо так сделать, и все. Постоянно, то есть у вас должна она постоянно всасана быть, кожа туда. Значит, состав крема вы можете на сайте прочитать. Все прочитайте там. И классный эффект, то есть он именно разгоняет обмен веществ в тканях. И у вас будет немножко жечь потом эти места. И будут красные. Это значит, что у вас кровь циркулирует и так далее. В общем, сайт. Сейчас увидите. Не фокусируется, что ли? Ну вот, Fatbuster. Fatbuster.ru. Я обычно... Вообще это здорово делать там после душа, после сауны круто, после тренировки очень здорово. Вот, смывать не надо потом. Смывать не, наоборот не обязательно. Вот. При беременности не надо это делать, только после. При грудном вскармливании можно. Вот, еще там такая штучка будет. Вот, от меня письмо и рекомендации. Для чего? Потому что, сами понимаете, если вы будете неправильно питаться и жить нездоровым образом жизни, целлюлит только от крема не уйдет. Это комплексные меры.
Вот. Но именно в борьбе с вот этими вот бугорками, как бы, чтобы более ровной кожу сделать, вот это идеальное средство, да, сами разрабатывали на протяжении 1,5 лет. Ну, да, где-то 1,5 года на это ушло. Вот, у меня есть партнер, который как раз-таки вот всеми этими вещами занимается. Состав я сама разрабатывала, принимала непосредственное участие в этом. Вот. Так что теперь вы знаете. И сейчас уже можно заказать. Просто долго не было, у нас партия закончилась. Растяжки, это я уже говорила, генетическая проблема. Спасибо большое, ребят. Стоит, посмотрите на сайте. Там сейчас, я не знаю, цену поставили с доставкой, по-моему. То есть там доставка бесплатно получается. 1970, по-моему, где-то. Вот, еще есть у нас официальные, как их, дистрибьюторы в Казахстане, Украине, Беларусь и где-то еще у нас вроде были. И уже не помню, по-моему. Не, больше не было. Это сейчас мы собираемся еще поставить. Так что, в общем, заказывайте, берите. Так. Что еще, какие вопросы? Значит, на грудном вскармливании я пила, как и сейчас, так, тут их нет, не лежат, Sun Feel Good. Мне эти витамины нравятся. Вот такие вот дела. Так, нет, не принимала. Фолиевую кислоту принимала только во время беременности. То есть пила во время беременности специальные витамины. Не хотелось бы мне сниматься в кино. В юности хотелось. Но я не умею играть. Я, мало того, врать не умею. У меня постоянно с этим проблемы. Очень тяжело мне врать. Поэтому играть, мне кажется, тем более. Это искусство. Я думаю, что быть актером это очень сложно. Так. Как давно я занимаюсь собой? Ну, примерно с 2011-го. Ну, то есть, как бы, да, спорт там, понятно, какой-то нерегулярный, типа там поездить на коньках, там, на сноуборде, еще что-то. Но именно, чтобы с питанием, с тренировками и здоровый образ жизни именно вести, наверное, 2011-2012 год, даже 2012-й. Так. Ты беременна, это что такое? Кто это пишет? Это утверждение или вопрос? На Крит крем? Ну, у нас пока нету доставки по всему миру. Вот, но мы этим вопросом занимаемся. Вообще, напишите, знаете, куда? На e-mail. На сайте fatbuster.ru есть email оптом, Fatbuster Opt, по-моему, потому что я попросила нашего партнера, чтобы он занимался, ну, такими вещами, то есть уже мы отправляли в Париж, еще куда-то отправлял он, вот, то есть небольшими партиями, но, в принципе, можно попросить, вот, в принципе, это возможно. Пополнение нет, у нас пока что пополнения нет, если вы просите семейный состав. Состав вы можете прочитать на сайте. Кофе стоит ли пить перед тренингом? Ну, если бодрит, то можно выпить, ничего страшного. Так, кремом этим как пользоваться? Кремом вообще надо пользоваться либо каждый день, либо через день. По 15 минут на каждую сторону. Просто если вы будете реже пользоваться, ну, не через день, то эффекта не будет такого, как вы хотите. Потому что это надо реально фанатично, через день. Вот как
как, например, курсами, да, пьют витамины или какие-то лекарства, или как вот, например, вы питаетесь правильно, у вас вот есть меню, вот так вот надо, и все, тренировки. То есть регулярность важна. Именно регулярно надо это делать, постоянно. Вот, и не так, что типа 2 минуты поводил и бросил, и думаешь, что что-то сработает. Вот. Спасибо, ребят. Свободное время, такой вопрос, но у меня свободного времени очень мало. Вот сейчас, например, оно есть, и я разговариваю с вами. А так у меня постоянно то я пишу программы, то консультации, то еще какие-то дела делаю, отвечаю на письма. Ну и ребенок в основном. Мероприятий много. Вчера вот фотосессия была. Сейчас у нас пойдут во всю весну, начиная с марта, семинары, поездки. И у меня уже достаточно большое расписание, которое я скоро выложу. Вот, вы увидите, в какое время, в какой стране и городе я буду, и, может быть, буду вашим. В Петербург я летом планирую приехать. Спасибо, да, мне тоже этот образ понравился, который мне вчера сделали, потому что, ну, вообще для меня очень непривычно. Первый раз я была с красной помадой. Ну и вообще, здорово, когда непривычный образ, который ты даже никогда не пробовал, а кто-то тебя в нем увидел. Так, каким детским кремом я пользуюсь? Да разными, честно говоря. Но не Johnson's Baby. Такие, знаете, типа русских всяких фирм. Но дело в том, что это, может, мне поможет, а кому-то нет. Значит, я не готовлю девушек к соревнованиям. У меня личный секретарь. Спасибо. Есть ли смысл дополнительно ходить на антицеллюлитный массаж? Есть. Ну, антицеллюлитный массаж это вообще хорошо. Это вообще хорошо. И LPG, кстати, многим помогает. Тоже хорошая вещь. Вот. Но это надо опять же курсами. Это смотрите, вот, например, вот эту штуку вы купили, да, за 1900 рублей, например. И делайте его на протяжении месяца, ну, вам точно хватит. И все. Ну, то есть проблема целлюлита решена. Ну, не прям решена, что у вас такая, как у мужчины, нога гладкая такая, жесткая. Нет, конечно, не так, но эффект будет сильно заметен. А LPG надо сделать процедур 15, чтобы вы результат увидели реальный. Вот. А, следовательно, каждая процедура стоит в районе 2000 рублей. Ну, вот и посчитайте. 2000 умножаем на 15. Сколько это? Правильно, 30 тысяч. Как отношусь к Украине? Замечательно. Прекрасно отношусь. Как и к другим странам. Муж у меня не готовит вообще. Зачем ему готовить, когда есть я? У 20-летних нерожавших может быть целлюлит. У меня был целлюлит у 15-летней нерожавшей. Поэтому, ребят, девчат, целлюлит может быть у кого угодно. Он не имеет ни возраста, ни веса, скажем так. Вы можете быть и толстый, и худой, и с целлюлитом. Мой муж тоже не готовит к соревнованиям, особенно девочек. Девочек он вообще категорически не готовит. А мужчин некоторых готовит. Но за редким исключением. Почему девочек нет, могу объяснить, кому интересно. Девочки на соревнованиях это хуже детей, хуже девочек не на соревнованиях. Не знаю, как вам описать. Но это ужасно. Это нытье постоянное, это, ну, не то, не то. Да, на тренера я отучилась и на диетолога. Дагестан. Пока организаторов не нашлось. Но, в принципе, я с удовольствием бы дагестанских девочек получила бы.
по питанию, по тренировкам бы прошлись. Ой, нет, выступление это не мое. Реально. Не хочу. Как-то и желания даже не было. Украина, планируем, кстати, Одессу. А Одесса у нас должна быть. Вот, по числам тоже все напишу. Обязательно. Как раз расписание доделаю свое и отпишу, когда куда. Ну вот Одесса планируется. Так, ну в Киев пока нет, пока тоже организаторов в Киеве нет. Так, а по поводу... Спасибо, ребят с Украины, спасибо. Так, что-то еще было? Медицинского образования нет. Курсы есть, тренерские и диетологии. Но сейчас я еще прохожу одно обучение. Скоро вы узнаете, что это как раз-таки касающиеся медицинских вопросов. На Сахалине Андрей, кстати, был, по-моему. Так, кремфэтбастер.ру. Вот так вот пишется. Я сейчас не тренирую, я провожу консультации. По поводу консультации вы можете как раз увидеть у меня в профиле Перископа мою почту или написать мне в контакт. Вот. В Украине можно сейчас купить крем. Я сейчас, ну, пост выложу тоже, потому что у нас долго не было в наличии, а сейчас он есть. И напишу, где в Украине взять можно. Консультации, конечно же, платные. Это же моя работа, ребят. Очень странный вопрос. С книгой все окей, все в процессе. Тоже будет скоро. Ребят, все по поводу консультаций, пишите мне на почту или ВКонтакте. Там уже будет ясно. Может, у вас какие-то пару вопросов, на которые я смогу бесплатно ответить. А если сама консультация, то ну, все это обсуждаем в зависимости от того, что нужно. А в Казахстане есть этот крем, кстати, ребят. При грудном вскармливании крем этот можно. Не переживайте, все хорошо. Он никак негативным образом не отразится. Так, ладно, ребятки, мне надо готовить там супик, сосиски и все такое, поэтому я пойду. В общем, всю информацию интересную, новую, буду выкладывать. Еще, может, выйду сегодня. Посмотрим. Сегодня, завтра. Поэтому до новых встреч. Вам спасибо огромное, что вы меня смотрите, слушаете. Вот. Поэтому и захожу сюда. Давайте, пока.